больше 50 человек, если соберется, то будут штрафовать, или же до 6 месяцев тюрьмы будет. Ну, типа, ебать. Вот, поэтому, как бы, на самом деле, в городе очень мало народу, то есть почти вообще никого нету. Как бы все сидят по домам, периодически там бегают в магазины, что-то покупают. Но на улице зачем движ, когда интернет? Ну, блядь, я не задротка, я хочу движ. Я привыкла к движам. Короче, карантин есть, но, понимаете, не знаю, кто-то его соблюдает, кто-то не соблюдает. Я, типа, раз в 4 дня выхожу в город, ну, не так, чтобы шляться, а просто домой к подруге еду. Вот. Ну, вот вчера, типа, в бары зашли, никого там не было. Мы там посидели, попили, побухали и вернулись домой обратно. А почему ты любишь не наркотики, но не, наркотики, но не детей? А зачем? Я не особо люблю, могу сказать, что я люблю наркотики. Получила шведский паспорт? Нет. Скоро пойду получать, короче. Может быть, если дадут гражданство. Самогон пьешь? Я самогоном один раз так нажралась, блядь, пиздец. Еле до дома добежала. Доехала, точнее, на велосипеде. Мне было тогда лет 15 или 17, не помню. Я, короче, на речке в деревне бухала самогон с друзьями. Ух, блядь, пиздец. Так набухалась, ходить аж не могла. Потом села на велик, доехала 5 метров до дома. Врезалась в забор. Мамка меня отпиздила за то, что я бухаю. Вот, и все, сидела месяц дома. С тех пор не пью самогон. Все скучно. А, кстати, насчет детей, да, они типа там бегают, они вообще круглогодично там бегают под балконом, постоянно орут. Вот, поэтому в Швеции скучно? Нет, не скучно. Здесь в Швеции заебись. Ну, типа, сейчас, да, скучно, но в основном, как бы, здесь хорошо. Мне не скучно. У меня здесь есть движуха, компания, все прекрасно. Если мы будем жить у тебя в квартире в Швеции, ты вдруг мне изменишь, я скажу, не делай так больше, глупышка. Зато гнать начала. На кого? Облей водой их. Зачем? Вы что такие злые? Что ты мне скажешь? Не делай так больше, глупышка? Чё, блядь? Ты не будешь жить в моей квартире. А если я кому-то буду изменять, то кто-то об этом не узнает. А ты об этом точно не узнаешь. И старая. Да-да-да. Давай еще побольше что-нибудь скажи. Я знаю, ты можешь больше и лучше. Запасы еще не кончились или кредит взяла? Нет, мне зарплата 25-го пришла. Чем мне кредиты брать? Я ж не урашки, блядь, чтобы мне кредиты брать. Когда выезжать в Швецию? Ну, выезжай. Сейчас прямо. Когда будет тепло, чтобы в майке ходить в июне? Ну, в июне будет и целлюлитная. Блядь. Знаешь, что у всех баб есть целлюлит? Это вот прям вообще не обидно. Давай еще поднажми, блядь, скажи какую-нибудь херню. Чё ты? Как этот пятиклассник. Как тебя можно трахнуть? Никак. Чем лучше, с самолетом или поездом? На метле. А ты же хочешь ипотеку? Да нет. Пока что не нуждаюсь в ипотеке. Ой, а что такие скучные? Расскажите мне что-нибудь. Русская подстилка? Нет. Не заходит как-то. Как можно так ненавидеть свою страну? А с чего ты взял, что я ненавижу свою страну? Или ты не про меня?
Чего, блядь?